А что? Она уже выпила. Она кушать хочет. Дай ей хлебушку, дай ей. Под воду, под саму воду, водой пою. Давай, на сырка поешь? Мышка пищит. Я ждал. Вот это вот. Что там как? Ну ёжик. А кто это? Это собачка. Ой, я боюсь, она же... А дети кого? Thank you.
называется. Ну 20? Чулымскую приезжали. А, это Чулым, по-моему. Лубинская должна быть. Лубинская. По-моему, Чулым. Нельзя, ну-ка назад собирай. Быстро собирай. Тетя ругает. Ладно, идет Чулым, потом в Барабинск. Чулым уже проехали. Проехали? Не останавливайте. В Барабинск за Чулым. Саша, а нельзя это делать. Надо как-то подключить мне везде. Вот я говорю, не кто-то был, я сюда с Мандамом взяла. Ну-ка, нельзя. Нельзя, говорю. Это к моему оператору подключить. Сейчас Саша пойдет и выбросит. Пойдем окно
Маша, неправильно делаешь, дай мужик. Три тройки и решетка.
спасибо. Спи, спи. Спасибо. Спасибо. Ты пойдешь спать? Спасибо. Спасибо. Ты пойдешь спать? Спасибо, спасибо. Спасибо. Thank you.
Ой. Сила язычок. Кожурла. Во. Так не выгоришь сразу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Маму видала. Мама, сейчас пойдем, сейчас мама перейдет. Полчаса еще, да? А папа нам говорит, что не надо. Ай-яй-яй. Послушаю себя. Закат красивый. Да вообще красивый. Он вообще дождь. В Тюменской области тоже красивый. Ну там эти комары вот такие. Вот мы туда едем, комаров кормить в Тюмень. Быстро там. Комары и эти оводы, или как их называют? Мухи. Вот. Черт не знает, они их не убьешь, а это она как бутоперчивая такая. Как не проникает. О, вот да. Вообще красота непередаваемая. Вчера ливень был очень сильный. Он так фронтом прошел, вот так. Молния. Черным-черно стало. Полчаса нету. Опять не в офисе. Это было, сейчас скажу, за Омском уже, от Омска в сторону Новосибирска. А, вчера оттуда сюда, сейчас тихо. Нет. А позавчера такая же ситуация была от Челябинска тоже. Второй половины дня тучи, да, ливень вот там, и опять. Ну, Тюменская область. Yeah.
Сибирская область.